клубе «Козлов» мы, я не первый раз здесь играю, но нашим составом, вот ансамблем средиземноморской деконструкции мы играем впервые. И мы начинаем сегодняшний, я буду краток, поскольку у нас очень сложная логистика на сегодня. Нам нужно много чего до разного определенного времени успеть сделать. Что и когда у тебя есть бумажка? Это этот концерт, мы назвали его «Ночи до Сахарат», версия 2.0. Премьера этой программы, которая сделана совместно моим проектом, меня зовут Григорий Сандомирский, моим проектом ансамбля средиземноморской деконструкции с участием Алины Ростовской и ансамблем Анны Гофман. Это вот два таких состава исполняющих, играющих довольно часто сефардскую, еврейско-испанскую музыку в собственных аранжировках и в собственном понимании ее. Подходы совершенно разные. Ну и это, поэтому мы решили, собственно говоря, объединить два этих разных подхода на одной сцене и сделать... Меня тут пытаются обозначить. И вот именно решили сделать эту программу совместную, которая была впервые представлена в клубе «Дом» в мае этого года. Была очень успешной. И мы решили ее повторить. И сейчас мы здесь, у нас немножко поменялась программа и немножко поменялся порядок песен. Формально это будет два состава. Это вот ансамбль средиземноморской деконструкции и ансамбль Анны Гофман, но по факту на сцене будет примерно штук 6 сочетаний, наверное, если не 7 разных составов. Вот. Да, ну и, собственно, главное. Главное стоит и машет мне приветственно рукой. Мы пригласили участвовать как в мае, так и сейчас совершенно замечательного нашего друга из солнечной Греции. Писательного совершенно певца Яниса Кафопулоса. Янис Кафопулос, он тоже будет периодически появляться на сцене, уходить, как и все мы. Ну, собственно, все, хватит. На этом речь закончена. Мы начинаем. Первый такой небольшой блок будет он в исполнении Алины Ростовской и ансамбля средиземноморской деконструкции. Свадебная. Называется «Аралунга, Аралунга». Аллилуйя, 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 аллилуйя
Thank you.
Thank you.
Я просто хочу сразу извиниться перед Янисом, потому что я забыл его предупредить, что он поет эту песню. Но он сам не забыл себя предупредить, конечно. Вы знаете, так, я не знаю хорошо по-русски, и они сказали, что все записано на бумагу. Ну, что будет? Но они играют. Голова есть, есть голова. И уши. Вот это будет один песня на иврит. Я не
будем не говорить, за чего... Две гренки, давайте две гренки, две гренки. Будет идти. Гренки.
Спасибо большое. Я Янис Кафополос, Алина Ростоцкая, ансамбль Средиземноморской деконструкции. И сейчас мы выступаем в сцену Ани Гофман. А потом мы еще все будем постепенно возвращаться назад, уходить. Так что вечер перестает быть темным. Thank you.
se durmie. Часто играем музыку евреев-сефардов, и поэтому для меня это тоже очень радостный момент, что я могу вспомнить свои любимые песни, исполнить их. Сейчас мы немножко уйдем в более традиционную сторону, вернемся к истокам и вспомним, что это средневековая Испания в первую очередь, и расскажем вам историю о прекрасной деве. У короля была дочь, и он для нее построил прекрасный замок с такими большими окнами, чтобы туда мог влететь ястреб и вылететь, не поранив крылья. Почему же ты не поешь, красавица? Я не пою и не буду петь, потому что мой возлюбленный на войне. И если его немедленно не освободят, я сама пойду войной. И если у моей армии не будет парусов, я отдам свои прекрасные косы. Если у них не будет весел, я отдам свои прекрасные руки. И если у них не будет капитана, я стану их флагом. Portando l'estacolo, labrando l'estacolo.
Сейчас Средневековье — это баллада, это историческое событие или религиозное, и в данном случае это романс, в котором говорится, рассказывается про историю царя Давида и его взбунтовавшегося сына Авесолома, и он получает известие о том, что он убит. Называется это «300 стайлерей Давида». Thank you.
Thank you.
И Алину, и мы споем. А это очень интересный феномен в еврейской музыке. Это когда евреи живут в какой-то местности, они абсорбируют местную культуру очень сильно и в качестве и в том числе музыку. Поэтому, когда они жили в Греции в составе Османской империи, то греческие песни переводились на ладино и оказывались еврейскими песнями. Я не волнуюсь. Это греческие песни. Не волнуйся, это еврейская песня. Всегда. В общем, это нормальная ситуация. Я думаю, что 500 лет назад, в общем-то, примерно так и было. Я не просто всем рассказываю, что все самое классное, оно, в принципе, из Греции, модом. А Аня с ним не согласна, она доказывает, что все самое классное — это еврейское. Я буфер.
Ребята, ребята, все хорошо. Πεταχτώ στο σεβδά σου με ρίξες για να πονώ κουκλάκι μου γιατί μου βάλες παντοδικό στο σεβδά σου με ρίξες για να πονώ κουκλάκι μου γιατί μου βάλες παντοδικό τι κακό. Thank you.
очень интересная песня. Это не сефардская песня, это средневековая испанская песня, которая, как мне кажется, очень, очень красиво показывает обстановку того времени, очень характеризует его. Эта песня называется «Трес Мориес, три мавританки». И говорится в них о трех девушках, Айше, Фатиме и Мариен, которые, будучи испанками, были обращены в мусульманство. Мы продолжаем.
состава продолжают меняться на сцене. Постепенно они сейчас будут мутировать. У меня традиционная борьба с микрофоном. Для меня традиционная. Может, не меня? Хочешь бороться с этим? Сейчас еще одна песня из серии, как греческая песня стала еврейской. Вы знаете, у нас сегодня с нами должен был играть очень хороший перкуссионист, но он заболел. Поэтому я очень попрошу зал нам помочь, потому что размер очень простой. 9/8. Это будет легко. Опять же, кто был у нас на концертах, выучил это очень хорошо. Мы сейчас с вами порепетируем, а потом сыграем. А делается так. Там, там, там.
Сейчас случится страшное, Арсен. Дай мне меня в монитор. Хотя бы чуть-чуть. Из зала убери монитор. Шутка. Раз. Да, нормально, я слышу. А, спасибо. Ah.
Сейчас будет начинать время эксперимент. Сейчас будет эксперимент. Мы будем играть. Вот сейчас я не смогу порадоваться, это будет чисто греческая песня. Мы даже не будем пытаться ее объевреить прямо сейчас тут сразу. Интересно эта песня, то что композитор наш большой композитор Янис Маркопулос. И то, что слово, как по-русски, да, means nothing. Но он записал такой период, когда была диктатура,
И у него есть секрет, секрет meaning, типа так. Поняли, наверное, да? Секрет. Thank you.
Арсе. Спасибо большое. Это замок Средиземноморской деконструкции. Это Мария Логакьев. Марина Паренчук, Максим Шипин, Андрей Бестонов, Анатолий Осипов. Меня зовут Григорий Сандомирский. И сейчас мы будем сыграть, по-моему, заключительную композицию сегодняшнего вечера. Да, заключительную композицию сегодняшнего вечера, куда бы хотел позвать еще там Аню, Гену. Всех желающих там будет в середине. Мы там немножко там все похулиганим. Это очень известно, это просто такая поп. Сифатская супер-поп, мега-поп-музыка. Thank you.
Все, Маша. А спасибо, что вы приехали. Я не И Алина Ростоцкая, которая от нас уже уехала в Саранск. И большое спасибо за прекрасный звук Арсену Степаняну. Да. Спасибо большое этому клубу и вам за то, что вы пришли. Спасибо большое. Thank you.
Спасибо.